Рядом со мной изящный и потрясающий конь-признак. Значит, мы находимся в конно-спортивном клубе «Мустанг» на региональных соревнованиях по конному спорту. Сегодня мы узнаем самых маленьких участников этих стартов и узнаем особенности работы тренеров с этими прекрасными животными. Все упало! Очень приятно видеть много новых лиц в наших рядах. Желаю всем успешных выступлений, крепкого здоровья вашим четвероногим питомцам и честной борьбы. К нам съехалось, кажется, 5 муниципальных образований. Это Советский район, Сургутский район, Мегион, город Югорск и город Нягань. Подготовку мы начали в этом году с января месяца. Готовились, получается, почти 3 месяца. Детки молодцы, детки стараются. Участники приехали из 6 муниципальных образований. С Ханты-Мансийском 7 будет у нас. Всего у нас 87 участников. Поэтому достаточно большое количество участников. Соревнования проводятся в 3 дисциплинах. Это паралимпийская выездка, конкур и выездка. Почему это так важно? Объясните для наших зрителей, чтобы они тоже смотрели и такие, мы хотим так же, мы хотим тоже быть частью этого движения. Вообще российское движение «Те молодежи» образовано, движение первых, да, образовано для того, чтобы сплотить всех вокруг единых направлений деятельности. В принципе, это все существовало и до движения первых, но на самом деле в каждом муниципалитете, в каждом регионе у каждого была своя повестка, она была со своими смыслами, со своими целями, задачами, да. И у движения первых, ровно так же, как у наших коллег, у Росмолодежи, сегодня задача объединить всех сегодня вокруг установленных направлений деятельности. Для процветания общества и государства. Делать все зависящее от нас для процветания общества и государства. Это большое сообщество мы вступаем, как маленькая ячейка. Маленькая ячейка в части СШОРа по конному спорту «Мустанг», в части города Ханты-Мансийска, ну и по всей России. Как Светлана ранее сказала, что у движения очень много направлений, то есть 12 основных. Я думаю, что мы не только спорт и туризм займем нишу, грубо говоря, эту. Ну и также будут наши обучающиеся и в других участках мероприятиях. Все началось с того, что у меня тут мама работает, и она меня постоянно сюда водила. И из-за этого у меня получилась такая любовь к конному спорту, а страхи я преодолеваю, то есть просто это делаю и не боюсь этого сделать. Лёлик, нельзя есть камеру.
Лёлечка просто очень сильно меня любит, и у нас все всегда получается с ним. Что мы можем делать? Я не знаю. Ну вот, привлекли и меня к небольшим работам с нашим признаком. Расскажите мне, пожалуйста, о том, как давно вы пришли в конный спорт, как у вас появилась любовь к этому виду спорта. Расскажите. В конный спорт я пришла около 4 лет назад. Ну, заниматься хотела с самого детства. Просто меня не отпускали родители, потому что они за меня переживали. Но когда я достигла более-менее осознанного возраста, они отпустили, согласились. Мы слышали от участников разные способы, как они налаживают коммуникацию со своим другом. Расскажите, как вы это делаете? Ну, очень много провожу вместе с ним времени. Работаю в руках, там с ним хожу, шагаю. Солярии сижу с ним, потому что он не стоит там один. А расскажите, правда ли, что нельзя ругаться на лошадь, нельзя как-то ее обзывать, что она чувствует это? Да, ну, лошади, они вообще, в принципе, очень эмпатичные существа. Вот, например, даже если перед соревнованием всадник нервничает, она все это чувствует и тоже начинает заводиться, нервничать. И это влияет в большинстве случаев не очень благополучно на результат соревнования, выступления. Вот, насчет того, что кричать, ругаться на лошадь, это, да, тоже такая тема. Ну, я так особо никогда не делаю, только если на сильных эмоциях каких-то, ну, например, лошадь манежная тебя прыгнула, чего-то испугалась, понятно, что там не сдержаться. Вот. Спасибо большое за рассказ. Ну, все. Да.